Привет-привет! Продолжая обозревать различные перспективные блокчейн-проекты, сегодня я хотел бы рассказать вам про Inery. Inery в первую очередь это крупная технологичная компания. Она имеет большой штат сотрудников, состоящих из десятков высококлассных специалистов. Возглавляют проект Inery также довольно опытные люди, которые видели не один финансовый кризис. Представителем Inery является Симон Мюррей, который до этого несколько десятков лет руководил различными банками, вроде Deutsche Bank и банки Ротшильдов, а также финансовыми и телекоммуникационными компаниями. Например, Orange, Vodafone и Huawei. Генеральным директором Inery является Навин Сингх, с 2012 года занимающий руководящие посты во многих швейцарских компаниях. И это все еще не считая крутых советников, которые есть у компании Inery. Например, Бейли Сайн из проекта MetaHero, Пауль Тейлор из Fantasy Studios. Или, наверное, самый крутой советник Inery это Сетели Чейл. Раньше он руководил международным маркетингом в самой дорогой компании мира Apple. Так что с продвижением блокчейн-проекта на медвежьем рынке он уж справится и подавно. Но это что касается бэкграунда. С практичной же точки зрения Inery представляет собой самостоятельный блокчейн первого уровня. Сеть Inery способна обрабатывать более 5000 транзакций в секунду, имея время финализации блоков менее чем 30 секунд. Обрабатывают же транзакции в сети Inery валидаторы, работающие по уникальному алгоритму Proof of Equal Stake, который сочетает в себе скорость, надежность, дешевизну и энергоэффективность. Но разумеется, что такая технологически продвинутая сеть используется не только для простого обмена токенами. Блокчейн Inery, в отличие от своих конкурентов, имеет довольно широкий функционал. Тут можно запускать привычные всем токены и NFT. А можно развертывать и более сложные смарт-контракты, например, устойчивые к взлому value-контракты. Также сеть Inery имеет встроенные кросс-чейн решения, которые позволяют ей обменивать информацией и активами с другими популярными сетями. Также большой упор команда Inery делает на работу с данными. На базе блокчейна Inery создается масштабная система под названием InaryDB, которая даст возможность сторонним пользователям и компаниям максимально удобно и безопасно хранить информацию в блокчейне без возможности ее удаления или изменения, мгновенно получая к ней доступ, всячески сортируя и обрабатывая. Причем за счет использования технологии блокчейн, решение InaryDB будет не только более надежным и безотказным, но также и более экономически выгодным, что безусловно привлечет в ряды клиентов Inery множество крупных игроков рынка. А в данный момент сетью Inery уже заинтересовались крупные игроки венчурного рынка. Среди них такие компании и фонды как GEM, Manus Global, MetaVest, Capline Point, Nebulous Holding, First Media Advance и Zeisen Switzerland. Если же вы хотите инвестировать в Inery, то сделать это можно сейчас без особых проблем, всего лишь достаточно приобрести монеты INR. Это основная криптовалюта данного проекта. В монетах INR можно будет оплачивать комиссии сети, стейкать их для становления валидатором. INR будут выплачиваться гранты и так далее. Общая эмиссия INR является ограниченной и примерно половина ее будет потрачена на развитие экосистемы, награды стейкерам и сообществу, гранты и так далее. Остальные монеты распределятся среди команды, инвесторов, советников, ликвидностью и так далее. В данный момент все раунды финансирования у Inery уже завершены, а 28 сентября состоялась ТГЕ монет INR и первый листинг. Произошел он на крупной централизованной бирже Huobi. И несмотря на медвежий рынок, торги у INR начались вполне удачно. Первые часы после старта цена INR выстрелила примерно на 5 иксов, после чего пошел закономерный спад из-за фиксации прибыли самыми нетерпеливыми инвесторами. Сейчас INR торгуется примерно 1,5 раза выше их цены листинга и имеют очень небольшую капитализацию. А помимо покупки на бирже, токены INR можно еще и заработать. Команда Inery проводит сейчас кампанию вознаграждения для тестировщиков. Любой желающий пользователь может создать себе аккаунт тестировщика, установить собственную ноду Inery и выполнять различные задания, связанные с обширным инструментарием Inery, который уже сейчас включает в себя кошелек, Explorer, кран, приложение для разработки смарт-контрактов, различные API и так далее. За выполнение заданий тестировщики смогут получать награды в нативных монетах INR. Для этого надо будет указать информацию о себе, а также сообщить, чем вы можете быть полезны компании. Если у вас есть база подписчиков в социальных сетях или вы умеете управлять сообществами и продвигать проекты, то за свою помощь Inery вы сможете получить награды монетами INR. Общий призовой фонд данной амбассадорки составляет 1 миллион INR, что при их общей эмиссии 800 миллионов является весьма солидной суммой. Но опять же повторюсь, халявные токены это не главное в проекте Inery. Став амбассадором или купив монеты INR на бирже, вы сможете войти в ряды первых последователей действительно мощной и крутой компании, продуктами которой в будущем будут пользоваться миллионы людей. Кроме тестнета, совсем недавно команда Inery запустила еще и амбассадорскую программу. Любой желающий пользователь может подать заявку на запись в официальные амбассадоры Inery. Хотя это лишь мое предположение. Вы же, если соберетесь инвестировать в монеты INR, должны будете перед этим обязательно провести собственное исследование и учесть все возможные риски. На этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч. Пока-пока!